На Владимира Зеленского подали заявление в полицию после его слов о взятках в отношениях бывшего слуги народа Лео Герас. Как известно, в начале текущей недели состоялся съезд «Силы людей», в ходе которого Зеленский назвал некоторых представителей слуги народа микробами, после чего произошло еще одно громкое событие. Известного нардепа Лео Герас решили партия «Слуга народа» исключить из партии. Событие не прошло гладко и сопровождались взаимные оскорбления со стороны президента и самого Гераса. Последнее высказывание президента Зеленского в адрес Лео Герас, последнее воспринятие как клевету, и заявил, что подал на Зеленского в полицию, пишет СМИ. Напомним, что нардепа исключили из партии после его громкой речи в стенах парламента 1 сентября на заседании парламента. Лерас раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что сегодня Украина движется в пропасть. Глава страны назвал нардепа взяточником и предателем. Он также заявил, что ему все равно, с какой партии взяточники и предатели. Он никак не реагирует на исключение из ряда партии Герас. Гео Лерас написал заявление в полицию. Уже бывший член партии «Слуги народа» Гео Лерас написал, что направил заявление о преступлении, чтобы Зеленский рассказал следователям, где и у кого Лео брал взятку.